Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем приветище. Ну что, народ, какие пироги у кого? Палыч тут обгорела. Ой, вообще труба просто. У нас что творится? Что-то невообразимое. Жара во всех смыслах. Короче, море, солнце, пляж, женщины. Не, ну про женщин это отдельная, конечно, тема, я прям скоро чуть-чуть скажу, но в целом, короче, смотрите, как весь красящий, просто как рак, ситуация такая вышла. Я на пляж, короче, пришел, купил там этих креветок, пиваса насадился, в общем, мои, они отправились домой, там, баба Лена с Анюхой, а я ей говорю: да не, говорю, рано домой уходить, время всего лишь 11:30. Мне баба Лена говорит: Егор, ты весь погоришь там, не оставайся, ты что там, с дурма сошел? А я как бы пьяному море по колено, вот из той же оперы. В общем, лег на пляж, и знаете, и встал. И встал 2:30 где-то. Блин, встаю, еще уснул вот так вот, блин, до сих пор больно. Уснул на локте, плечи все обгорели, спина вообще красящая, морда красящая. Я вроде бы лежал мордой в эту в тряпку, но почему-то морда тоже красящая вся стала. И не знаю, как мне солнце, потому что сбоку шло. В общем, погорел, загорел, пантенолом сейчас мажемся, касаемо женщин, знаете, блин. Вот тема такая, конечно, там, может быть, я попаду жестко, но в целом, вот знаете, такая ситуация. Вот раньше, приезжая на море, на пляжу, ты когда ходил, вот это без шуток, там, вы там, можешь свидетельницей этого не являетесь, на пляжу там было, скажем, 1% женщин, какие носили, знаете, такие купальники, ну не то, что откровенные, ну там, бразильяны, там, такими стрингами, как стрёмно даже говорить, ну как есть, говорю, 1%. Приезжая, скажем, в том году, таких было 10%. Значит, сейчас на пляжу 50%. 50% женщин и молодых, и старых. Куда деваться мужикам, смотря на всю эту красоту, я не знаю. Труба просто. Это даже не знаю, почему я это вспомнил. Ну, знаете, так как бы это вскользь. А вообще, вот палочка, вот это средство номер один, которое, я думаю, что чуть поможет. Зашел, кстати, в этот, как назвать, блин, скажите мне, я скажу, в магаз, в пятерку, купил немножечко харчей, ну, а то, знаете, какая хрень, покупая в этом, ну, дребезжит, это, вот это вот канитель стоит в этом, ну, как в пивнушке там, или где там, шашлыки жрешь, там, 270 рублей, в магазине стоит 140, сок в магазине 140, везде он по 300 примерно там. Ну, кефир, кстати, вот этот очень вкусный, ихний местный. Кто-нибудь, если кто пробовал, напишите в комментах. Я вообще такую продукцию, коровы из Кореновки. Везет, короче, кто с Краснодарского края. У них вот эта продукция очень вкусная. И вот этот йогурт. Йогурт вообще просто пушка. Я его, короче, тут пью. Ну, прям со всеми вкусами тут перепробовал. И черника, это вот с инжиром, и черносливом. Очень вкусно, курагой. Это, ну что еще тут? Творог, кстати, коровы из Кореновки. Я всю продукцию покупаю, очень вкусно, 9%. Сметана, аж ложка стоит, не падает. Ну, а это так, это все, это дичка. В общем, и, кстати, еще эту взял. Кока-колу. Кока-кола тоже 250 рублей стоит, полтора-литровая в этих, во всех шашлычных. Поэтому я думаю, нахрена Пелыч будет покупать шашлычный по 300 рублей, если она в магазине стоит 120, правильно? Три баклажки, причем чуть до магазина пройти, холодильник поставил, охладился и прочее. Ну, понятное дело, когда ты там на эти с моря идешь, там ты не думаешь про там эти 300 рублей, ты их купил, там и пьешь, сидишь. На море-то мы ездим не каждый день, поэтому и до 300 рублей можем это потусить. А вообще, кстати, очень вкусный напиток. Я вам плету просто, непонятно что. Я не пил. Это просто меня действует, это вот, знаете, перезагар очень сильно. Очень вкусный напиток, у них тут гранатовый. То ли гранату жрешь, то ли напиток пьешь, то ли какой-то концентрат жрешь, скорее всего, второе. Ну ладно. В общем, все. Я так просто на 5 минут включился. Наконец-таки сегодня подубрал чуть-чуть, видите, сюда-туда поставил. Тут по всей хате все валялось, нам уборщица заходила. А что-то это прибиралось, убиралось, все. Поэтому как-то оно так. В общем, дорогие мои, буду с вами прощаться.
Встретим с вами очень скоро. Всем новых встреч, всем пока.